А вот город Карповка. Карповка, Забайкальский край. Дорог нет. Прикиньте, там, наверное, еще бабушка умерла, и ее так и никто не похоронил. Она так и лежит там в этом домике, прикиньте. Вот, пожалуйста, Карповка, Забайкальский край. Поезжайте, посмотрите, есть ли там эскалаторы. Так, это Чита. Это Чита. Улица Будочная. Будочная. Это Чита. Все свои деньги отдает Москве. Чита. Все деньги идут в Москву. Все полезные ископаемые идут в Москву. На войну с Украиной. Потом на выплаты арчихам. Чита. Вот это и есть лицо России. Чита – лицо России. Скажу больше. Чита – лицо Путина. Если Путин хотел изменить Россию, он бы начал менять Читу. Что за эти буши? Это от кровати, что ли? А теперь посмотрите на название. Кадахта. Вот как Москва, вы не знаете, что значит Москва, да? Ну, оно не русское слово, Москва. Так вот, Кадахта тоже не русское слово. Значит, там русские не живут. Карымское. Почему не Карымская? Почему Карымское? Тарская. Видишь, что Крымское, Тарская. Кайдалово. По-моему, Кидалово какое-то. Ну, в общем, короче, вот такая Кайдалово. Вот там же нет никаких эскалаторов. Покупово. Разъезд. Бурятская. Догой. Новоорловск. Ну, конечно, не будет показывать Новоорловск. Но Новоорловск, да еще как-то пошло. Орловский. Не показывает. То есть, если бы показывала, вы бы вообще ужаснулись. Если то, что вы видели, вас ужаснуло, то то, что не показывает. Могойтуй. 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 Вот такие названия. Могойтуй.
Вот это и есть Россия. Могойтуй. Забайкальский край. Жирекен. Тоже же Россия, да? Жирекен. Не показывает. Жирекен. Жирекен. Ну вы же понимаете, что это все тюркские названия. Вы к ним не имеете никакого отношения, потому что вы не разговариваете по-тюркски. Ковекта. Аксенова Зиловская. Тоже не показывает. Это все бесполезно. Вы их никогда не увидите. Даже на карте невозможно открыть их. Арчикой. Арчикой. Ульякан. Задзудыра. Все названия для вас тоже, по идее, часть России. Но она живет совершенно иной жизнью, чем вы, россияне. Конечно, вас не волнует их социальный уровень. Есть ли у них библиотеки, ТЦ, путешествуют ли они за границу. Правильно? Вас это не волнует. Вас волнует только, чтобы они давали вам свои ископаемые. Еще раз говорю, я могу показать, как живут индейцы в Америке, чтобы сравнили эту жизнь бурятов и индейцев. Вот, кстати, Гренланд, Гренландия. Давайте посмотрим. Город. Вот видите, какая земля. Жесть, да? Неужели тут есть город? Офигеть. Гренландия, смотрите. О, видите, сразу. Сразу все ровненько, красивенько. Какая дорога, видите? Гренландия, там, где вообще, по идее, не должно быть ничего, кроме снега. Смотрите, не надо никакие подпорки ставить. Видите, стоит сам по себе столбик. Посмотрите, какие каменистые эти. Земля, и все равно стоит дом. Какой-то матрас там валяется. Прикиньте, вот здесь построить дома. Иметь вот такие вот тачки. Там пожарная, кстати. Ой, как красиво. О май гад. Как гарно. Смотрите, как красиво. Офигеть, как красиво. Жесть. Ну вот, пожалуйста, суровые условия. Но они живут лучше вас. Тут и сказать нечего, они живут лучше вас, лучше бурятов.